Мы рядом с вами, мы скорбим вместе с вами. И мы всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации. Вы должны об этом знать. Мы хотим вручить эти награды настоящим защитникам нашей страны. Подвиг пятерых бойцов почтили государственными наградами. Старшего лейтенанта Игоря Касьянова, сержанта Владимира Хрипакова, рядовых Виталия Маслова, Сергея Юдина и Рустама Турсунова представили к ордену посмертно. Это настоящие герои, которые сложили, к сожалению, свои головы на поле брани за наше будущее. За нашу страну, за наших детей. В зале собрались родные, друзья и коллеги военнослужащих. От рядового Виталия Маслова церемонию посетили мама Людмила, жена Татьяна, дочь Юлия и сын Дмитрий. Мой сын рос очень добрым, очень заботливым человеком, очень таким любил дружить, любил всем помогать. Ему было 47 лет на то время, у него была семья, была работа. Но он сказал, надо помочь родине. Я горжусь тем, что его дети будут жить с мыслью, особенно младший, в возрасте ему сейчас 10 лет, что его отец – герой. Бойцы из Видного – пример стойкости и героизма. Администрация Ленинского округа продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.